Две иномарки не поделили дорогу. ДТП у Южного рынка. Рено Логан и Форд Фокус не смогли разъехаться на пересечении улиц 12 сентября и Пушкинская, недалеко от Южного рынка. По словам очевидцев, водитель Рено нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу Форду, тем самым спровоцировав аварию. Сами водители не пострадали, однако автомобили получили серьезные повреждения.